4 июня на территории храма святителя Спиридона Тремифунского станицы Северской прошел ежегодный православный фестиваль «Казак лишь с верою казак». Большой праздник приурочен к важной дате в истории края – Дню реабилитации кубанского казачества. Торжественная церемония открытия началась с молебна. От имени главы района Андрея Дорошевского гостей фестиваля приветствовал председатель районного совета Владимир Захарченко. Казак верен России, верен православию во все времена. Слава нашей Родине России, слава казачеству, слава нашему православию. С праздником, дорогие друзья! Всего вам самого доброго! Один из ярчайших моментов фестиваля – парад казаков. Торжественным маршем перед храмом прошли казаки Северского районного казачьего общества и юные казачата. По сложившейся традиции в рамках мероприятия проводят фестиваль колокольного звона. Помимо праздничной концертной программы, гостей фестиваля ждали выставки рисунков, мастеров народного и декоративно-прикладного творчества, выставка казачьего оружия, мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножей. Каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу. В этом году фестиваль посетило около 500 человек. Православная вера – основа образа жизни для казака и служит для него духовной и нравственной опорой на протяжении веков. Сегодня наши северские казаки служат верой и правдой во благо Кубани и Отечества.